По могилам и их надгробия можно судить о жизни и менталитете той социальной группы, который покойный принадлежал при жизни. Памятники криминальным генералам тема интересная не только с точки зрения художественно-эстетической, но и с исторической. Многие из них стали символами своего времени. Памятники, установленные покойным ворам в законе, по своей художественной ценности зачастую не уступают памятникам знаменитым писателям, художникам, актерам и политическим деятелям, а иногда над ними работают одни и те же известные скульпторы. В этом видео мы расскажем вам о 20 самых грандиозных памятниках, установленных на могилах воров в законе. Уроженец Тбилиси, езид по национальности, вор в законе Мусаян Камал Азизович, также известный под прозвищем Кэмэл, был застрелен 18 октября 2002 года в Москве на проспекте Мира возле дома 112 в возрасте 34 лет. Мусаяна убили четырьмя выстрелами в упор с пистолета Макарова. Вор в законе был похоронен на кладбище Заря в Анапе. На его похоронах собралось более 400 авторитетов. На месте захоронения был построен мемориальный комплекс из гранита, в центре которого каменный Кемал, сидящий на троне. За скульптурой, на стене из черного гранита, над головой Камала по изистским традициям изображено солнце. Армянский вор в законе Барсегов Владимир Карумович, кирпич Тбилисский, умер 28 сентября 2000 года. По месту жительства в Ростове-на-Дону от инсульта, в возрасте 72 лет. На похоронах присутствовало множество именитых воров в законе, включая близкого друга Кирпича, Аслана Усаяна, деда Хасана. На могиле Кирпича установлен сложный мемориальный комплекс из мрамора и гранита. В центре комплекса расположена статуя, изображающая сидящего на табуретке Кирпича, выполненная из камня. По обоим сторонам установлены скульптуры ангелов из белого мрамора и цветочные клумбы. Комплекс огорожен решеткой из художественной ковки и накрыт жестяной крышей. Грузинский вор в законе Тутберидзе Николай Сергеевич, также известный как Мацы, умер в октябре 2003 года от рака в городе Москва, в возрасте 47 лет. Как в случае со всеми кутаисскими ворами, сразу после смерти он был отправлен в родной Кутаиси, где похоронен на кладбище «Авангард». На могиле выстроен мемориальный комплекс из гранита, в центре которого памятник Мацы из белого мрамора. Вор в законе, сидящий на троне. Слева установлен мраморный гроб, на котором изображен христианский крест и воровская роза ветров. Рядом с гробом из мрамора выполнена оплакивающая покойного девушка. Грузинский вор в законе Манагадзе Георгий Заурьевич, Гия Кутаиский, умер 13 июля 2010 года в возрасте 40 лет в исправительной колонии 31 Микунь в республике Коми, где отбывал двухлетний срок за незаконное хранение оружия и боеприпасов. До освобождения вору в законе оставалось чуть больше 8 месяцев. Он был похоронен на кладбище Чума в родном Кутаиси. Монументальный комплекс на могиле вора в законе Георгия Манадзе состоит из нескольких элементов. На переднем плане памятник Георгию, выполненный по одной из прижизненных фотографий покойного. В руке он держит столь любимые им при жизни четки. Сюжет на заднем плане изображает жену Георгия, рыдающую на надгробной плите. На надгробии выполнен цветной портрет Гии, изображающий его вместе с женой. Азербайджанский вор в законе Керимов Бахтияра Габаба Аглы, также известный как Лату Бахтияр или Бахонов Ханинский, умер 6 апреля 1998 года в возрасте 39 лет в Азербайджане в исправительно-трудовой колонии номер 13 в поселке Пута. По официальной версии он умер от острой сердечной недостаточности. По неофициальной в период пребывания в колонии ему насильно сделали инъекцию неизвестного яда. После смерти его тело было отправлено в родной поселок Навханы. На похороны знаменитого земляка пришли все жители поселка, а также жители соседних населенных пунктов. Вор в законе был похоронен на местном кладбище на берегу озера. На могиле Бахтияра был установлен памятник из камня с позолотой, на котором изображен сидящий на троне Бахтияр, и смотрящий вдаль. Армянский вор в законе Арутюнян Армен Владимирович, также известный как Пухлый Армен или Армен Коневской, умер 18 декабря 2010 года в реанимации Александра Мариинской областной клинической больницы номер 1 в Астрахани. В возрасте 40 лет. Смерть наступила в результате отказа сразу нескольких жизнеобеспечивающих органов. Армен страдал тяжелой формой сахарного диабета. В 2004 году он перенес операцию сетчатки правого глаза, Вскоре после этого ему были ампутированы два пальца на правой ноге, а в 2006 году Арутюняну была имплантирована почка. Тело Армена Каневского было доставлено в Ереван 19 декабря. 21 декабря 2010 года в Ереване на кладбище квартала Шаумян прошли похороны воров в законе. По некоторым данным, криминальный генерал еще при жизни завещал похоронить себя на этом кладбище рядом с могилой своего деда. На могиле Армена был построен мемориальный комплекс из черного гранита, в центре которого стоит беседка с колоннами из черного гранита. Под крышей, украшенной воровскими звездами, находится скульптура воров в законе из белого мрамора. Армен, сидящий на троне, изголовье которого также украшена воровской розой ветров. Слева от беседки установлен барельеф, на котором изображена Дева Мария с младенцем Иисусом, по обе стороны которой находятся фигурки ангелов, также выполненные из белого мрамора. Армянский вор в законе Багирян Лазарь Джавадович, также известный как Лазарь Кировобацкий, был коронован ворами в законе братьями Агановыми и являлся приближенным одного из главных воров в законе Москвы 90-х Рудика Бакинского, Рудольфа Аганова. О жизни Лазаря Кировобацкого известно очень мало. О его смерти неизвестно вообще ничего. Однако фотографии его могилы видели многие пользователи интернета. Лазарь Кировобацкий умер 31 октября 2010 года в Москве в возрасте 55 лет. Вор в законе был похоронен на армянском кладбище в Москве, рядом с могилами братьев Агановых. Московский вор в законе Голубев Андрей Владимирович, Скиф, сподвижник криминального генерала Аслана Усаяна, известного как Дед Хасан, был убит 22 мая 2009 года на Волгоградском проспекте в Москве в возрасте 39 лет. В 22.45 на парковке во дворе дома номер 141 по Волгоградскому проспекту киллеры открыли огонь по джипу Infinity SX-50, в салоне которого находилось три человека. Скиф и криминальный авторитет Корсак погибли на месте. Водитель внедорожника остался жив. Скиф был похоронен 27 мая 2009 года на Люблинском кладбище в Москве. Как и подобает авторитету его ранга, могилу для Скифа выбрали на центральной аллее кладбища. Церемония прощания началась рано утром в православном храме в Братеево. К 12 часам кортеж из дорогих иномарок достиг главных ворот кладбища. Проводить скифа в последний путь пришло несколько сотен человек. Говорят, что такие тяжеловесы, как япончик, простились со скифом еще ночью в церкви. А на кладбище рискнули появиться только те, кто не боялся попасть в объектив милицейской камеры. В 2010 году на месте захоронения был установлен потрясающий реалистичный памятник. Скиф, стоящий на гранитном постаменте во весь рост, на фоне креста из черного гранита с позолоченной окантовкой. Уроженец Ханты-Мансийска, вор в законе Коршунов Валерий Кузьмич, умер 14 сентября 1998 года от передозировки наркотиков в Екатеринбурге. Коржика доставили в больницу, но откачать его не успели. Тело вора в законе было перевезено на родину в город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийского автономного округа, где и прошли похороны. На могиле вора в законе в его честь был возведен мемориальный комплекс из красного и черного гранита, в центре которого стоит отлитый из бронзового весь рост коржик, Легендарный армянский вор в законе Богдасарян Рафаэл Мкратычевич, также известный как Сфурав, умер 23 июня 1993 года от инфаркта в Москве в СИЗО Фортова. Последний раз Богдасаряна арестовали 23 декабря 1992 года в номере московской гостиницы «Минск». Его